Вот, вверх. Тогда Хибурон, Карл V и Филипп II, Екатерина Медичи и герцог Альба, Мария Кровавая, острые инквизиции и Варфоломеевская ночь, на престол великих князей московских зашел тот, кто первым стал царем и стал одержится всея Руси. Царь Иван Васильевич Грозный. Сам великий князь
aš noku priimam. Atvėk tas, ką buvo aš tam patiktų. Rypa rasi, rypa rimos. Князем, ангел гневный, я популистический, скорбный.